Чип у меня. Отлично. Отправляю координаты места встречи. Там тебя будет ждать клиент. Почему я себя чувствую агентом корпоратов? В чем замут? Потому что наши клиенты китайцы. Китайцы? Ты вроде не любила совать башку акуле в пасть. У всех бывают долги. Ты знай, делай свое дело. Что будет, если ты не заплатишь? Не знаю и знать не хочу. Вот потому и хватаюсь за любую самую мутную работу. И что за долг? Старая история. Покопалась в грязном белье и понадобилась помощь. Какая помощь? Слушай, я сую нос в твои дела. Лезу без мыла в твое прошлое. Нет, не лезешь. Да расслабься, это я так. Просто тебе же все равно насрать, а я не хочу вспоминать лишний раз. Так что проехали. Ну, идешь навстречу или как? Я в пути. Ви, подожди. Ну? На месте? Не задавай вопросов. Их это бесит. Я постараюсь.
都係冇浪費時間啦，我哋。 等緊啦，演練課有啦，陸軍中校，數據呢？我識套層加密，要攞返去先可以解碼。明啦，你可以走啦。 Выполнить такой заказ без осечек, да еще и по-тихому? Это впечатляет. Заказ закрыт. Спасибо. Эти мелочи, ветераны. На, держи. Спасибо, мальчик. Помоги тебе Бог. На личном сервере Джодаро и узнали, кто поставлял ему людей для съемок. Знакомься, Джихён. Работорговец и эталонный кусок дерьма. Разберись с ним, пожалуйста. Детали в письме.
Китай. Вот это было глыбище или человек. Его до сих пор нет. Какого-то миллионера из Бахрейна. Или хер пойми чего. Пиздец тебе, засранец! Ничего уже не порадует. Замечательно. Закрываю этот заказ. Food continues to be a major cause of illness. Do not eat from unfruitful animals.
опять. Досталось бедняге. Но живой. Ну-ка послушаем, что скажет Деннис. Ну, чем порадуешь? Нашелся груз? Потрепан, конечно, но ничего страшного. Дальше что? Я приготовил для тебя тачку. Клади парня в багажник и двигай на север. Координаты в навигаторе. Окей. И еще кое-что. Остерегайся, тигров. У них на твоего нового спутника все локаторы настроены. Что ты сказал? Блин, трубку бросил. Дело сделано. Я вижу. Молодец. Отличная работа. Ну как ты там? Пару Йоси. Денис, дать мне надежду. Ну и что это за тип? Он тебе сам расскажет. Пару Йоси.
В Японии нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Босс тигриных когтей нужен операция. Я делал операцию. А он умер. Тигриные когти стали злые. Я прятаться в лодке, плавать в Америку. Деннис, меня спасай. Но вот тайна. Я убить босс тигриных когтей нарочно. Я хороший хирург, лучший. Я не ошибаться. О тиграх стоило бы предупредить заранее. Да ну, я ж знал, что ты и так справишься. И не ошибся, раз вы оба здесь. Это все трогательно. Но как насчет за работу заплатить? Да, да, вот. Прими это в благодарность. Как говоришь, тебя зовут? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Ты вообще откуда взялся? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Человеком и машиной. Ответ ищите в новой книге Ричарда Санчеса «Хромо Сапиенс». Если коротко, то по мнению Санчеса, человек никогда не станет полноценным киборгом из-за, цитирую, «заковыристой химии мозга». Интересно, попал ли этот бестселлер в список рекомендованной литературы для членов Мальстрёма? Есть хорошего. Выбирай.
Ну что, Кассиус, как бизнес? Последнее время не жалуюсь. Ну, вот, привет! Так, недавно разгромили подпольную клинику. С тех пор поток пациентов вырос, и цены у меня тоже подскочили. Совпадение? Как знать. Осторожней. А!
Здравствуйте, я Джиллиан Джордан, это 54-й канал и последние новости к этому часу. На ежегодном съезде партии федералистов президент США Розалинд Майерс сообщила о своем выдвижении на новый срок. Ее предвыборный слоган «Назад к единству» отчетливо показывает стремление президента, я цитирую, «к максимальному единению на всех возможных фронтах». По результатам опроса нашего канала, 78% жителей Найт-Сити хотят присоединить город к Союзу. Сможет ли исполниться это желание горожан, покажет время. На сегодняшней пресс-конференции группа ученых из университета Келлинга показала невероятные возможности революционного 3D-принтера, который они назвали Artifex. Artifex считывает мозговую активность пользователя, чтобы затем создать объект на основе мысленного образа. Принтер, разработанный вместе со швейцарской мегакорпорацией Moor Technologies, должен поступить в продажу не позднее следующего года. Австралия простилась с последней живущей в дикой природе коалой, получившей кличку Омега. Хотя коала — это дикий зверь, обитающий на окраине Сиднея, власти ежедневно обеспечивали сумчатого 5 килограммами листьев эвкалипта и свежей питьевой водой из городского ботанического сада. Несколько лет назад Омега привлек... Ходи, господи, чёрт! Интервью-то. Нормально? Ты правда переживаешь? Ладно, шучу. Что это за херня? Тебе делать нечего.
Позиция опустела! Займите!
тебе придется много. Unexpected.